Итак, у нас усилитель GSM сигнала Линтракер. Только прислали, распаковка. Что у нас в комплекте? Кабель, инструкция, усилитель, скотч положили китайцы, адаптер, кабель питания, это от Wi-Fi, роутера, сама антенна. Сейчас все будем собирать и монтировать. Итак, тест. Конечно, показывать все антенки, такого не было, но сам интернет была Ашка, теперь Ешка. Здесь все у нас антенки и все у нас ок. Проверим еще и в других местах. Итоги использования усилителя Линтракер. Установили на стенке, потому что у него короткий кабель питания. Надо ставить его близко к розетке. Вот он у нас включен. Все остальные его кабеля провели по кабель-каналам. Сама вот эта антенна Wi-Fi, которая раздает сигнал, без разницы, в какую сторону направляется. Главное, чтобы выходная антенна, которая стоит на улице, у нас была, как видим, перпендикулярно поверхности и направлялась в сторону возможного сигнала. Именно в сторону сигнала в местах, где плохая связь, надо направить в сторону сигнала. Это сигнал реально увеличивается, улучшается. Даже на Буровой мы сейчас были. Далеко от города, просто поставили антенну в сторону города, в сторону, вернее, надо ставить в сторону ближайшей антенны, предполагаемой. И сигнал из Ешки по интернету стал вплоть до 4G, связь появилась, реально работает. Но такой момент, китайские телефоны, китайских фирм, почему-то хуже ловили сигнал, чем японские телефоны, японские фирмы и корейские, такие как Samsung. Samsung был идеально, китайцы плохо ловили. Короче, усилитель реально работает, можно брать и применять. А мне лайк, подписка и до новых встреч. Сигнал антенны все полностью работает.